Привет, бравые гардианы, и добро пожаловать во второй год Destiny. В ночь с 8 на 9 сентября наконец-то вышел долгожданный патч 2.0, который не просто внес несколько позитивных изменений в нашу любимую игру, а буквально изменил ее до неузнаваемости. По большому счету можно сказать, что вышедший патч это тот самый аддон The Taken King, но без сюжетной составляющей. Ведь в игре появились новые NPC, новые баунти и квесты, а также новые режимы и карты для PvP. Именно о PvP мы и поговорим в этом видео, а конкретно о новом режиме Rift. Механика режима Rift знакома многим игрокам по другим сетевым шутерам, ведь по сути своей это старый добрый захват флага. Цель игры – забрать некий объект, Spark или Искра, появляющийся в центре карты, и отнести его на базу противника. За каждый такой успешный заход к счету команды прибавляется ощутимая сумма очков. Нужно заметить, что режим этот очень и очень тактический. Победить, просто стреляя во врагов, не получится. Для успешного завершения раунда вам и вашей команде нужно действовать сообща, в первую очередь не давая противнику завладеть искрой, а также прикрывая огнем того, кто крадет ее у соперника. Бои в этом режиме проходят в основном на новых картах, созданных специально для этого режима. От карт первого поколения их отличает, помимо всего прочего, наличие порталов, благодаря которым путь от базы противника до своей сокращается до нескольких секунд. Обязательно используйте эти порталы, чтобы быстрее донести захваченный спарк на базу противника. Сейчас на самом старте этого режима многие игроки забывают о существовании этих порталов и, во-первых, не пользуются ими сами, а во-вторых, не следят за теми порталами, что ведут на их базу, тем самым просто распахивая двери перед противником. Когда вы доносите спарк до места назначения, вы эффектно забрасываете его в специальное кольцо, как баскетболист. И в этот момент искра выплескивает большой сгусток энергии, который сжигает гардианов противника, находящихся вокруг. Новый режим влюбляет в себя с первых же минут игры. Чувство, когда закидываешь искру на точку, чистый восторг. Ну а в эту пятницу стартует второй новый режим, Mayhem, основной фишкой которого станет значительное сокращение времени кулдауна для ульты и гранаты. Так что режим этот обещает быть зубодробительным. Это лишь самая небольшая часть тех нововведений, что появилось в игре с выходом патча 2.0, и мы непременно продолжим подробно рассказывать вам обо всех изменениях в игре. Ну а с вами был Джонни Лейн из канала Triple Vibe. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, на Twitch и на YouTube, чтобы не пропустить все самое интересное. Пока!